Друзья, приветствую всех. Сегодня я хотел бы поделиться с вами крутейшим принципом, который навсегда изменит вашу жизнь. Я сам постоянно пользуюсь этим принципом. Рассказать об этом принципе меня подтолкнул комментарий подписчика. Я, кстати, много роликов делаю как раз-таки на основе ваших комментариев. В общем, к чему этот комментарий? Я поделился одной 100% возможностью заработка в открытом канале. Подписывайтесь, кстати, первая ссылка в описании. Я сделал репост из закрытого канала в открытый, но суть не в этом. Суть в том, что подписчик сразу же ухватился за эту возможность. Он сразу же начал действовать. Вот что пишет этот человек. В открытом канале Тарас много говорит о возможности, которую нельзя упускать. Но все равно всегда думаешь, да нет, это слишком просто. Наверное, другие люди могут зарабатывать, а ты нет. Но Тарас доказывает, что может так каждый, если приложить к этому хоть чуть-чуть усилий. Именно так я и сделал. Хотя признаюсь честно, что я все равно не верил, что это все так просто. Он просто начал. Вот чем он отличается от большинства. Он, возможно, не богаче других, не умнее других. Он просто начал действовать, и все. А другие люди отказались от этой возможности, даже не попробовав. Они даже не начали разбираться. Поэтому вот вам принцип. Я раз и навсегда себе сказал, что если я хочу от чего-то отказаться, я обязательно должен это попробовать. Только так. Я не имею права от чего-то отказаться только на основе своих суждений. Не имею права. Я должен попробовать, я должен начать, а потом только я буду принимать решение. По-другому никак. А большинство людей отказываются, даже не начав. Они отказываются на основе своих суждений. Ой, наверное, не все так просто. Наверное, это очень сложно. Попробую в следующий раз. Наверное, на это мне нужно будет потратить много времени. Они даже не притронулись к этому. И уже судят. Понимаете? Вот как действует большинство. И поэтому они упускают возможности. И поэтому они не растут. И знаете, что обнаруживается в большинстве случаев, когда садишься разбираться в каком-то виде заработка? Оказывается, все не так сложно. Оказывается, это не занимает столько времени, как я себе, блин, думал. А большинство, опять же, отказывается просто на основе своих суждений. Ты попробуй, ты разберись, окей, не понравится, бросишь. Но ты сядь, посмотри, хоть что это такое. А большинство людей реально вот так вот глупо от всего отказываются. Понимаете, здесь дело же не во времени, время есть у всех. Все сидят в социальных сетях, смотрят сериалы. На это у всех есть время. А ты потрать это время на то, чтобы разобраться в каком-то виде заработка. Да блин, это же интересно. Это же реально интересно. И знаете, в чем еще прикол? Прикол в том, что человек, который постоянно пробует, который постоянно в чем-то разбирается, он приобретает опыт. А тот человек, который не пробует, он не приобретает опыт. И потом появляется новая возможность, и человек с опытом уже подготовлен, ему проще. Он уже более-менее разбирается в теме. И ему понадобится не так много времени, чтобы разобраться и заработать, чем тому человеку, который вообще без опыта, который наконец-то решился. Ну, я в следующий раз решусь. Да, может быть, ты решишься, но тебе уже будет сложнее. Ты по чуть-чуть приобретай опыт, разбирайся. Каждый день делай маленький шаг. Это же все равно все идет тебе на пользу. Даже если ты в первом проекте там не разберешься, пускай не заработаешь, ты приобретешь опыт. Ты уже будешь понимать, как действовать в следующих проектах. Поэтому действуйте и учитесь. Постоянно действуйте и учитесь. Вы даже представить себе не можете, как кардинально изменится ваша жизнь, ваша вся жизнь, благодаря этому простому принципу. Еще здесь очень важную роль играет страх неизвестности, страх неопределенности. Я думаю, вы слышали такую тему, что глазам очень страшно. Глазам все время страшно. Вы смотрите, и вы не знаете, что там, как это работает. И чем больше вы будете на это смотреть, тем больше вы будете испытывать страх. И чтобы этот страх разрушить, нужно просто начать. Мой отец любит говорить: глаза боятся, а руки делают. Я вам сейчас расскажу один случай из детства. Я навсегда его запомнил. Мне нужно было сделать в деревне забор. Мне нужно было сделать 20 секций забора за целый день. Но сделать его нужно было не с обычных, там, красивых, ровненьких, там, да, досточек. Нет. А со всяких отходов. Нам привезли КамАЗ, там, отходов из производства. И мне нужно было оттуда выдергивать какие-то более-менее нормальные, ровные, да, планки. И с них уже делать забор.
Мне было нужно найти две ровные, на эти две потом набивать тоже ровные, это все подрезать. И когда я смотрел на эту огромную кучу мусора, на эти кривые доски, на всякие эти отходы, которые нам выгрузили, да, во дворе, я думаю, блин, это нереально. Как из этого, извините, говна, да, сделать, блин, 20 секций нормального забора? Это же просто нереально. Еще и 20 секций. И я сделал. И я их сделал. До конца дня я их сделал. Представляете? Когда ты начинаешь, да, первые две секции там тяжело мне дались, но потом я наловчился, все пошло как по маслу, я уже себе сделал заготовочки, я уже натягивал веревочку и по ней обрезал. Третья секция пошла быстрее, четвертая быстрее, пятая быстрее, и вот так вот я сделал все 20 секций, а вначале это казалось мне ну просто нереальная какая-то невыполнимая задача. Но я же обучаюсь, я же расту, каждый день я расту, ребята, это мой принцип. Я так всех сделал, всех своих сверстников, я так всех обогнал. Я же, блин, был тупее остальных. Я реально тупее остальных был. Я вам уже говорил, ко мне всегда в школе все очень туго доходило. Я был самым бедным. Я не был богаче других. Я всегда был, блин, беднее всех. У меня компьютера никогда, блин, не было. Мы жили в этой однушке всей семьей. У всех уже были компьютеры, телефоны. У меня ничего никогда не было, блин. Телевизора даже у меня не было. Но я взял постоянством. Я каждый день развивался в финансовом плане. Каждый день добавлял, разбирался в каких-то проектах. Я каждый день читал. Я не думаю, что большинство людей, которые знают, что я каждый день читаю, тоже читают каждый день. Большинство подписчиков. Не думаю. Многие это знают, но они не делают так же. Вот вам секрет успеха. Каждый день по чуть-чуть делай шаг, и все. И не нужно прилагать какие-то космические там сверхусилия. Просто это нужно делать каждый день, просто так нужно жить, и все. В общем, ребята, я думаю, вы суть поняли. Действуйте. Действуйте. Для тех, у кого нет возможности вступить в закрытый канал, я по вашим просьбам делаю репосты в открытый канал. Там я выкладываю свои сигналы, там я буду выкладывать вот эти возможности. Действуйте. Если с первого раза не получится, вы хоть чему-то научитесь. Проиграть невозможно, опять же мой принцип. Я либо выигрываю, либо зарабатываю деньги, либо зарабатываю опыт, либо учусь. Все, другого не дано. У кого есть возможность, добро пожаловать в закрытый канал, вторая ссылка в описании, даже не так. Ни у кого есть возможность, а если вам реально это нужно, тогда добро пожаловать. Если вам это не нужно, не вступайте. Если вы хотите быть в кругу единомышленников, если вы хотите расти и развиваться, тогда только вступайте, ребята, только тогда. И напоминаю, что в этом месяце последний шанс вступить в закрытый клуб по старой цене в $349. После Нового года цена будет $444. Цена каждый год растет, я уже это объяснял, потому что мы добавляем постоянно материалы. Добавляем. У нас один курс по крипте, у нас самый лучший курс по крипте в закрытом канале. Он уже стоит $500. Общая стоимость моих платных подписок $10,000. А это все вы получаете за $349, но только, ребята, в декабре. Добро пожаловать, только если вам нужно. Закрытый канал, вторая ссылка в описании. Если есть вопросы, пишите в поддержку. Подписывайтесь также на остальные наши проекты. Канал с новостями, канал по мотивации, на инвест-канал. Там вышло от меня много инструкций по заработку в этом месяце. Также мы запустили канал Instarding Top. Вот подписчик начал вести канал Instarding Top. Тоже оставлю его в описании, посмотрите. И, кстати, ребята, канал Instarding Life, кто понимает, о чем я, канал наш по здоровью, который многие вели, до сих пор свободен. Так никто и не смог довести дело до конца. Все люди сливались. Сколько было? Было 5 человек, все слились. Нет, не все, был один человек, да, он все условия выполнил, но он был, можно сказать, профи. Он круто снимал, у него была поставленная речь, крутое качество. И он понял, что ему лучше вести канал самому. Поэтому, ребята, место на канале Instarding Life до сих пор свободное. Я даю всем возможности, я даю возможности всем. Но видите, возможности даю, и все говорят одно. Вот, я не такой, как все. Вот я буду вести, вот увидишь, Тарас, вот я доведу дело до конца. И что? И ничего. Я даю 100% возможность попасть в команду. За сколько? За 4 месяца, по-моему. Но условия по-любому будут усложняться. Потому что желающих очень много. Нам нужно выбрать одного человека. В общем, вы должны быть, ребята, уникальными, реально доказать, что вы доведете дело до конца.
В общем, если есть вопросы, пишите в поддержку, там мы ответим на все вопросы. Поддержку я оставляю в закрепленном комментарии и также в описании. Все, друзья, всех обнимаю, люблю, как обычно. Если понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новых встреч, всем пока!